Hazırda biz Zəngilandayıq və Zəngilanda Avropanın fərqli ölkələrindən olan səyyahlar gəlib və 3 gün işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarında səyahət edirlər və məhz erməni vandallığını biz dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq. Yanımda Amerikadan olan Pierre'dir. Introduce yourself, please. I'm yes, good Pierre, yeah, American. It's my mama, Dachanka, Papa American. Родился в Германии и сейчас живу в городе Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Лондон. Окей, мы будем говорить на русском? На русском или на английском? Вот так получилось, что американец говорит на русском, и он научился говорить на русском. Мы говорим на английском, это чуть-чуть полегче. Полегче. Но я хочу показать, как американец говорит на русском. И, ну, давайте, как получилось, что вы говорите на русском? И причем за 3 года? Буквально 3 года назад я закончил список всех стран мира. Было 193 стран. И в этом момент я решил начал изучать самый интересный язык. Русский язык. Потому что я раньше я говорю на испанском, французском, китайском, английском, немецком, датском, итальянском и так далее. И я думал, если я выбрал бы один язык из нашей планеты, был бы русский язык. Вау. На самом деле все говорят, что русский язык — это сложный язык. Его очень сложный язык. И я сначала 3 года назад, и я думал, если я говорил бы на русском, это русские говорящие пространства, огромные места. Okay. Украина до Магадан. Wow. Это Азербайджан, Казахстан, Латвия, Литва. Это вообще 15 сестер Советский Союз. Это очень огромное пространство, где говорит на русском. Okay, what can you say about Azerbaijan? This is my second time in Azerbaijan. And I think it's many times when we have a first visit, we get one impression. And then when we come back, in this case, 8 years later, we see things a different way. One is because the place changes, but sometimes what is more important, we change ourselves. Our vision of the world changes. So it's always very interesting for me to make a second visit in every country. Okay, you can say about Karabakh, but Shusha, destroyed Agdam, Azerbaijan. I think what was very interesting for me in this visit is that Nagorno-Karabakh is a story that we hear about always very vaguely in the media. We hear there's this conflict zone between two people who have been in the region for a very long time, and there's one side you hear, there's another side you hear, although most often you hear a side, the Armenian side, which is more often in the Western press, and it's interesting to see the other side as well. I know it's a very complicated situation where two people have claims to the same land, and it goes back and forth over the decades, over the centuries, and it's interesting to arrive, talk to people, listen to stories, and then later on I will research more when I return home. And it's important to develop one's own theory of what has actually happened in a conflict zone. Okay, я следующий вопрос задам на русском, так как просто, ну, я так думаю, что русскоговорящие, так скажем, поколение у меня в друзьях много. Вот что можете сказать о том факте, что вот армянская сторона 30 лет держала под оккупацией азербайджанские земли? И вот мы уже 2 дня в Карабахе, завтра будет 3-й день, и вот за 3 дня, так скажем, 2,5 дня вы уже увидели, как все развалины, руины, как все разрушено. Что вы думаете о том, что если армянская сторона пропагандирует, как что Карабах — это их, если это было бы их, почему они вот так разрушали? Я думаю, честно говоря, чтобы быть объективнее, я не знаю, что получилось здесь. Есть разные версии, и онлайн есть другая версия. И позже этот визит, раз здесь, я буду получше сделать research.
чтобы получше понять ситуацию здесь. Ага. А вот мы, вот вчера мы побывали в Агдаме. Вы помните Агдам? Агдам. Фотограф Резеда Гатин показывал вам фото, где, так скажем, такой вандалистический акт, где убивали людей и, ну, на это страшно смотреть. Это была очень трогательная история. Но факт. Вот что вы можете об этом сказать? Это очень для сердца болит, когда мы слушаем такую историю. И это был человек, это фотограф, известный фотограф. Там был. Он был свидетелем этого события. Да. А вы слышали о Ходжалинской трагедии? Как он сказал? Ну да. Ага. Это очень большая, очень это какая трагедия, где мы видим самый хуже реалитет человечности. Это продукт конфликт, продукт война, где люди самые жестокие для других людей. Это для меня как человек это очень грустная история. Ну вот как путешественник вы побывали во многих странах. Что вы знаете об Азербайджане? Вот как со стороны выглядит город Баку, наша столица, как со стороны выглядит Карабах, и как со стороны выглядит сама страна Азербайджан? Я вижу. Азербайджан была, это, как сказать, счастье, что здесь есть петрол. И очевидно, что большая часть это денег из петроля инвестирует в эту территорию. И это дела, инфраструктура здесь и развитие истории будет делать большая разница. Спасибо. Я просто, хотя я ничему как бы не учила, ничему заранее не говорила. Он просто рассказал объективно все, что сам увидел, да? Вот так. Именно так.